патронов, он не каскадерный, ему по барабану, мы можем его сбросить со скалы, поджечь и в это время расстрелять, понимаешь? Главное потушить его. И потом еще с третьего раза, да? Не верим, не верим, не верим, да? Давай еще думай. Что это за эмоция? Что это такое? Это тонкий намек, что мне надо застраховать, короче, как Жору, да? Пальцы, страхуем пальцы, парни. Кстати, второе, все в ведомостях, обязательно в ведомостях расписывайтесь, и будет у нас по технике безопасности, по которой вы тоже, мы вас будем инструктировать каждый день, получается, и вы будете расписываться. На площадку вы не заходите до тех пор, пока не подпишете ведомость по технике безопасности. Вот это вот немаловажно. Чтобы даже самого себя перестраховать, это уже работает. Если что-то происходит на площадке, то я и продакшн, и Серега, мы будем компенсировать это хорошей мотивацией, что, потому что, не дай бог, но всякое может быть. Это вот первое. Давай еще. Так, что у нас? Видео запущено. Ну вот как-то так или почти так.